Ну, все. Ну, сюда нам. Так, там медведи, яки, я не знаю, кто это там. Так, значит, могли бомбануть сейчас, но я не буду тратить патрон. Ладно. Сейчас мы поедем вон туда. Полетим. Выполним наше задание. Блин. Честно, я даже прослушал. Сейчас. Я даже прослушал, что нам сказал. Эти чуваки меня сбили. Еще что-то хотел сказать. А, помните Уиллис, который нас в Шангрила... Ой, в горах кинул. Че, так высоко, что ли? Не понимаю. Вот, так вот он... Да почему? Я что, выше на... Я выше... Я слишком высоко, что ли? Не пойму. Или что? Мы в горах где-то? Тут что, более низкая местность? Ладно. Так вот, Уиллис, помните? Так вот он из третьей части, тот, который в Россию ехал. Это после того, как мы вас замочили. Ну, вы. Так, там шкурка где-то. И, кстати, здесь лучше, в этой части, еще я хотел сказать, то, что... Так, тут врагов нет? Да и вроде нет. Все равно здесь где-нибудь. Вот. То, что здесь видна карта, более все-таки реально, приближена к реальности, то есть рассеиваются облака. В той карте, в той игре было так, что... Не, она была классная, но я вам скажу кое-что. В той игре было... Сейчас. Что карта, когда мы ее открывали, такой был резкий прямоугольник появлялся. То есть в виде... То есть карта открывалась не так, то есть плавно, например. Хоп, облачка рассеивались. А именно вот такими четкими гранями. Вот. Также не было на неоткрытых картах не было видно сундук, ну, всяких ресурсов, там ящиков, контейнеров, потом магазинов и прочего. И также животные были немного по-другому выглядели. Будем благодарить гордых жителей Уткарша за помощь армии и гвардии короля. Так, да здравствует король. Так. Вот здесь у нас есть ценные вещи, кое-что ценное. Масты, какие масты ищем, пойму. Так, даже два магазина, насколько я знаю, здесь. На карте не пишут. Там где-то еще, это, наверное, далеко. Не знаю. Достаточно здесь много сундучков этих, я так смотрю, да. Так, ну что, мы идем вон туда, вон там. Нам сюда нужно. Как ты сбежал из тюрьмы? Вскарабкался по стене? Ты что, человек, паукообразная обезьяна? Они ждут тебя внизу. Аджай, спасибо, мы снова золотым путем на юге. Скажи Амите и Сабалу, что мы готовы. Цели уже... У вас тут чудный дом. Нет, моя семья. Ой, а это... Волшебно. Красное дерево, да? А вы идеальная пара в придачу к дому. Практически соль земли. А мне говорили, что истинное воплощение гостеприимства Уткарша — это, без сомнений, Ранас. Мы у многих спрашивали, и все буквально в один голос подтверждали. Они — само гостеприимство. Примут любого. Я сперва не поверил, напросился в гости. Как говорится, доверяй, но проверяй.
Милашка. Понимаете ли, я хотел предупредить. Да, сэр? Точно. Итак, вы могли не знать, но от меня не укрылось, что вокруг есть крайне недостойные люди. Я боюсь, что эти люди, эти террористы, воспользуются вашим гостеприимством, повредив вашей репутации. Мы же этого не хотим, правда? Нет, сэр. Нет. Ну, вы позволите мне защитить вас и сохранить вашу репутацию? Конечно, король Нин. Ваше желание – закон. Рад, что мы с вами договорились. Что ж, не буду вас отвлекать. Да, еще одну минутку. А еще говорят, что я далек от народа. Нет, тебя убьют! Я за Бейгана. Так. Забал! Вижу Бейгана! Я преследую его! Что? Ты уверен? Так точно! Ты справишься, брат! Стоп! Дайте сориентироваться-то хотя бы. Во-во-во-во-во, стой, я не отстаю. Вот, цель даже указана, вот я сюда и хотел. Бегом. Так, самое главное, наверное, убейте Бейгана Нина. Только пистолеты. Да мы не убьем его, спорим? Это наверняка не Бейган сейчас будет. Ну что это такое-то? Объявление в Министерство внутренних дел и социальной гармонии. Предательство непростительно. Это ее пощу что было? Походу меня с гранатомета пальнули. Офигеть! Надо было прыгать. Блин. Ну, парашют бы раскрыли. Так, а с какого места мы продолжим? Так. Все? Или заново все? What the fuck, команда, нафиг? Нет, это просто местоположение. Ну, мы выполнили. Привет, Аджай. Скучал по мне? Ну, конечно же, скучал. Бейган? Я же убил тебя! Нет, ты просто лишил меня отличного двойника. Знаешь, во сколько он мне обошелся? Он даже не был азиатом. Из Мельбурна, вроде бы. Его единственный грех – потрясные скулы. Думаешь, чей это портрет на деньгах? Ну ладно, так уж вышло. Думаю, в следующий раз встретимся тет-а-тет. Истина. Тоже мне нашли лоха. Я вас насквозь вижу. Пропаганда, чудовищная пропаганда. А, ну точка там стоит, я что-то не увидел. Пейган Мин не бог, потому что единственный бог — это бог. Вот чё? Потому что единственный бог — это бог. Вот вам искренняя и самая логичная правда. Вот Банашур — бог. Какой он бог? Это я даже не знаю, кто это. А мы вместо этого, вместо того, чтобы строить святилище в честь единого бога, лепите алтари богомерзкому еретику Пейгану Мину. Вы глупцы! Да. Блин, а как туда попасть? Там есть этот
Сейчас сундук, хрен знает где, правда. По-моему, где-то вот тут, нет? Что тут можно сделать? Ага. Да вон сундук. Наверное, вот так надо сделать. Че, никак что ли? А, все. Давай. Yeah. 22 тысячи, давай, офигеть. О, задание Золотого Пути вместе с Лонгином. Ну, конечно, задание компании, что же еще? Эспрессо, что же еще? Так, нам здесь есть транспорт. Я же говорил, что... Как классно вот эта тачка, баги. У нас здесь есть... Ой, я же говорил, что это не Пейган. Правда, насчет двойника что-то они перебрали. Ну, не бывает таких двойников. Ну, что-то как-то я сомневаюсь в этом. Тут никого нет, что ли? Все, хана. Там, по-моему, гранатометчик. Беги, беги, беги! Сдохнут. А, их дофига тут, кстати. Еще один. А, нет. Да, мощные они достаточно. Со временем. Я никому кровь не пускал. По-моему, опять здоровяк, нет? Не, хрен вам. Чё, смотрим их. Пропаганда. Все, еще одну, блин, давай фигни. Так. Наверьте, это лжи. Так, стоп. А, ну да, все правильно. Ой, да, точно. А, нельзя, что ли, или что? Или надо побольше расфигачить все? Или в чем прикол, не пойму. Почему забраться нельзя? Залагало, что ли? Во, да, залагало просто. Ну, не залагало, там просто в текстурку ящичек попал. Кусок ящика. Кусок коробки даже. Было бы не очень приятно, если бы я упал. Так, а здесь вот кошка. Так, а куда тут? А, перелезть, наверное, да? Где орел? Вау, не вылети только туда. Ёп. Офигеть. Ёп, просто там медведь. Блин, ну как так получилось-то? Я случайно... Я хотел спуститься. Ну, в смысле, вниз чуть-чуть при... О, Мишка. Приспуститься, точнее, хотел. А я упал.
Да ёб! Какого фига это было? Вот только подумал, не упасть бы к медведю. И вот тебе, пожалуйста. Блин, я уже нервничаю. Да чё это такое? Почему? Какого хрена? Ёб твою дизель. Почему он не допрыгивает? Чё за фигня? До этого все шикарно прыгал. Сами видели. Я всех вас манал, блин. Какого... Чё происходит вообще? Почему он не допрыгивает? Тут по-любому больше никак не забраться, только так. Во! Фу, у меня уже это поджилки трясутся. Так, ну это сюда. Все правильно. Здесь точно спуститься. Так, что-то дальше надо, я забыл. А, ну здесь. Так, вот это все правильно. Блин, медведь еще напрягал меня. Так, ну здесь. О, добрались. Сейчас ящик только соберем. А, здесь нет, да? Здесь стрелы есть. Стрелы тоже классные. Ребят, покупайте лук, качайте. Отличная вещь. Все, уже больше половины освободили. Керата от колокольни. Что нам будет сейчас доступно, интересно? Лагерь «Дети будущего». Да, в кавычках. Так. Склад «Лома Кео». Все правильно прочитал. А, и... Королевское убежище. Да, что-то выглядит оно не совсем не по-королевски. Так, и что нам будет доступно сейчас? Обрез. Ну, что хорошая пушка.